дорогие американцы, я обольщен тем, что вы выбрали меня своим президентом. Для меня честь стать главой нашей великой страны в эти темные, опасные времена. Вторжение советских войск в Европу представляет угрозу для всего свободного мира. Мы снабжали наших союзников войсками и снаряжением, но, замечу, мы в войну не вступали. До сегодня. Я издал указ о пятикратном увеличении финансирования военной отрасли. Теперь пришло время Америке встать на пути этих проклятых коммунистических безбожников. Ибо если мы не сделаем этого, скоро, очень скоро, будет поздно. Осуждаю. Ебо его скручу. Мы уже почти достигли победы, и что теперь? Этот чертов фанатик, новый президент США, хочет стереть нас с лица земли. Он собрал вокруг себя самых одаренных союзнических вояк. Мы должны действовать быстро, пока они не нанесли нам удар. Вы готовы, генерал? Вполне. Полковник, мы должны разгромить главный штаб союзников в Женеве. Нужно застать их врасплох. Пойдете в авангарде. Я вступлю в бой следом за вами, нанесу основной удар. Не подведите. Честь имею. Еще увидимся, Николай. Окей, один игрок. Вы должны разбить войска Альянса, пока к ним не прибыло подкрепление. Наша главная цель – их генеральный штаб, расположенный в Женеве. Необходимо уничтожить его, пока силы Альянса не использовали его как плацдарм для нападения на нас. Закрепитесь в секторе и ждите генерала. Ну что, двигаем. Аккордеон играет красиво. Или баян. Так, Родион. Да какая разница, блять, одно и то же. И хули я на воде. Может, это просто озеро. Но с войсками Альянса нужно держать ухо востро. Продвигайтесь как можно осторожней. Осторожненько, значит, да? Рад снова видеть вас, друг мой. Мы знатно повоевали в Ленинграде. Пора научить их бояться мощи советских танков. Значит, это вы сегодня будете пытаться выбить нас из Женевы? Как камень с души, а то я испугалась, что ваши пришлют сюда толкового командира. Так... Восстанавливаю. Давай сюда пойдем. Тут надо. Сюрприз, командир. Вы моргнуть не успеете, как мы перебросим свой флот. На вашем месте я бы не моргала. Ой, а зачем я спутник построил? Ладно, пусть будет. А вот ты. Подводные лодки. Отлично. Сейчас бы спутник проебать. Отступаем, отступаем, отступаем. Что это было? В
Где моя верфь, ебать? Бля, банк надо захватить, да ты чё? Ебутся слоны. Ари докладывает. Надо хотя бы так, чтобы на подступе. И, сука, ебать. Блять, нет, ебаные дельфины, сука. Будет ПВО. Похоже, мы вас недооценили. Давай, жертвы с собой. Красавчики.
Бля, ебать, у меня урон намного больше. Делиться надо, делиться. Давайте кабанчиком. Идем захватывать. Блядь, где спутник? Какого хуя технология забыла? Так, натиск сюда. Давай. Я тут захвачу. Инженером. Нет, блядь, сюда, штурмуй. Сюда, долбоёб, штурмуй, сука. Будете наступать или сидеть, полковник? Хотите весь бой проторчать на базе? Да. Мне что, опять одному всю кашу расхлёбывать? Угу. О. Командир. Генерал. Даже не думай, сука, их трогать. Ёбаный ты чучмек. Ёбаный ты по голове. Ты наркоман, что ли, сука?
И это залупа плавающая. Что, защищать? Розию, ёпта, дай. В кого? Я, блядь, только в свою их могу коррозию кинуть. А нахера, блядь? Долбоёбы. Чё это за хуйня была? Где же, блять? Хуйла кусок. Чего вы ждете, полковник? Будем наступать или как? Потому что мы... Короче, время пришло. Понятно. Ёб твою мать. Help. Help. Сука. Нахуй пошли. Что мы солдаты один за всех и все за одного. О-о-о. Что-то ему совсем кисло. На дно. На дно, подружечка, на дно. Все равно атакуют. Да ты че? Буду гонять их за собой, ёпт. Потом так, оп, оп, обратно.
Ебутся мишки, именно моего ебанул. Давай, ебани, мины. Мины. Мины готовы. Сворачивайся, едь куда-нибудь сюда, ёпт. Надо, блядь, по-быстренькому ликвидировать. Ах ты бездарь. Ладно. Всеми, что есть. Сейчас кисуй будет кататься. Даже подойти не дает, ёпта. Сука, уничтожил мне. Козёл. Слушай, а ты можешь вот эти вот залупы сломать, пожалуйста, хуйлатый кусок, а? Этот, блядь, долбоёб, сука, держит тут своих войск, свои войска, блядь, войскво. Войски. Войсковые. Даже не восковые, блядь. Пятьдесят шесть, хоть что-то. О! Мы их, блядь, всё-таки есть. Зыр. Оп. Теперь у двух, наверное, есть. В жопе шерсть. Ну смотри, блядь. Летают же самолеты. Летают. Thank you.
А у них в подчинении только один самолет может быть. Блять, отступаем. Зря тебе ветерана дали, дружочек. Ебать ты дальнобойная хуетень. Где мой на 5 звезд, который ты, блядь, полетели? Не ты, ты, значит. Сука, дострельнул уже, значит. Гундон. Ай, блять, и тут еще живой. Три тычечки надо. Раз. Вас. Фау-4, что там Фау-4? Эй, не ебать, что там Фау-4? А, они все это время стояли, я понял. О, бой. Сука, инженер он, блять.
Взгляните на себя, союзнички. Вам следовало бы отступить или сдаться. Да-да. И снова, благодаря мне, Советский Союз победил. Учитесь, да, полковник. И, может быть, вы добьетесь чего-то и сами, все возможно. Абсолютно все. И чудеса. Когда-нибудь мы с вами встретимся. И тогда вас не спасет никто, даже ваш хваленый генерал. Да. Ну что ж, огоньки, всем спасибо, кто смотрел, с вами был Кальцифер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оп. Смотрите другие мои прохождения, делитесь в социальных сетях. Всех люблю и обнимаю, всем удачи, всем пока, лайки, дизлайки, да.